Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор льняного скраба. Фасовка 50 грамм, а поставщик Германия. Как всем известно, все хотят иметь красивую гладкую кожу. Если вам 20 лет, то это легко. Она и так красивая, а уже после 30 за ней нужно ухаживать более тщательно. И поэтому льняной скраб вам поможет вернуть красоту и уберет морщинки. Это средство очень хорошо применяется в домашних условиях. Его можно использовать как самостоятельное средство, то есть не нужно никуда добавлять. Если вы не умеете делать кремы, маски или тоники, лосьоны, то как раз этот скраб именно для вас. Он очень простой, доступный, он не вызывает никакой аллергии, не вызывает воспаления. Его можно применять для того, чтобы отшелушивать кожу. Он ее увлажняет, очищает поры, суживает их также, прекрасно их смягчает кожу, насыщает ее кислородом, убирает воспаление, раздражение, если у вас есть маленькие прыщики, этот скраб тоже ее уберет. Также улучшает тон кожи, появляется красивый матовый оттенок, без некрасивого жирного блеска. Кожа становится гладкой, очень красивой. Особенно если у вас сухая кожа и очень сильно шелушится, как раз этот скраб именно для вас. Также можно использовать его, и если у вас обычно нормальная кожа, просто использовать как средство по уходу за ней, например, раз в неделю будет абсолютно достаточно. Также этот скраб можно применять и от целлюлита. Можно будет просто наносить его на проблемные места, массажными движениями ладошкой растереть, немножечко оставить минут на 5 и смыть теплой водичкой, а потом уже увлажняющий крем нанести. Кожа будет разглаживаться, и некрасивая апельсиновая корка у вас пройдет. Также можно добавлять, и, например, если вы будете принимать солевую ванну, то этот скраб поможет подготовить кожу к этой ванне, чтобы потом все полезные минералы и витамины хорошо питались в кожу. Я хочу вам его показать более детально. Вот такой у нас упаковочки, вот такого цвета коричневого, порошочек, вот хорошо втирается, вот я легко его растираю. Спасибо, что посетили мой канал. В прошлый раз я делала обзор формочки на планшете прямоугольной, вы можете посмотреть. Этот обзор будет ссылочка под этим видео. Не забывайте к нам приходить еще, ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!